Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 5 ноября 2020 года. У нас уже вечер. И посмотрите, какое приятное сообщение мне пришло от Снежаны, мамочки Глэдис. Здравствуйте, Мариночка. Глэдис дома. Все в порядке. Перелет прошел отлично. Все время спала. Расскажу о самом начале, когда Алексей уехал, это мой муж, и оставил Глэдис в аэропорту с мужем Снежаны. Глэдис, бедняжка, была, конечно, в стрессе, даже плакала. Муж взял ее на руки, она вся дрожит, не есть, не пить не хочет, сердце разрывалось. Я постоянно была с ними на связи. И тут мне пришла в голову гениальная, как я потом поняла, идея. Сейчас, извините, я зачитываю с мобильного телефона, и он выключается. Говорю мужу: срочно ставь для Глэдис ролики с голосом Марины. И тут произошло невероятное. Она встрепенулась, начала носиком тыкать в телефон, суетиться. Потом легла и начала слушать вас, ваш голос. И уснула. Так и доехали, слушая родной голос. Дорога, конечно, долгая и трудная. В переноске сняла с себя тонкий комбинезон. Муж был в шоке, как у нее это вообще вышло. Прям акробат. Приехали домой, осмотрелась, познакомилась с обстановкой. Писала на кухне, чему я очень рада, поскольку в дороге не ходила. Приступила к завтраку, потом освоила новый домик, утащила туда вкусняшку. Ну, мало ли, отберут. Поиграла с грызунком, проводила папу на работу, устала и с чувством выполненного долга свернулась калачиком у меня на коленях и уснула, пока я вам пишу. Мариночка, спасибо вам огромное за эти 1,5 килограмма счастья. Здоровья вам и вашим питомцам, успехом в вашем нелегком деле. Вы приносите в этот мир радость и счастье. Передавайте всем огромное спасибо за пожелания для Глэдис. Это вам, дорогие друзья и подписчики нашего канала, кто желал Глэдис доброй дороги, легкого перелета, легкой посадки. И вам, Снежаночка, огромное спасибо за прекрасные фото и видео малышки Глэдис из нового дома с игрушечками. Игрушечка размером с Глэдис, поросюшечка. Так, сейчас у меня еще есть видео. Так, Глэдис спит на подушечках. Вот такой у Глэдис свой комфортный уголок. И лежаночки, и домишки, и пеленочки, и игрушки, и мисочки. Да, и Дуся мне тут помогает все посмотреть. И Глэдис сидит, позирует в камеру. И вот так малышка Глэдис спит у мамочки на ручках сладко-сладко. А вот так Глэдис гоняет вкусняшки. Да, Дусечка. И кушает сухой корм из мисочки. Хрум-хрум, даже на камере слышно, как хрумкает. Так что все, дорогие друзья, с Глэдис хорошо. Большое спасибо всем друзьям и подписчикам нашего канала, кто желал Глэдис доброй дороги, мягкой посадочки. Дуся на Глюся, только внимание, Дуси. Я хотела рассказать про наших малышусей, чем наши малышуси заняты. Сегодня у нас было 5 ноября, дождливый день, целый день лил дождь, был сильный ветер, было холодно, и мы провели его дома. Включили много обогревателей и печечек и грелись. Собственно говоря, ну что у нас, малыши вставали, кушали, вот играли и опять забирались спать. Стали доставать, забрались, конечно же, в стеллажик, я это и предвидела. Сами достали игрушки, какие им были нужны.
и, пожалуйста, растаскали все, что им надо по комнате. Так что дети есть дети, никогда порядка с ними не будет, это все понятно. Доедаем вчерашние вкусняшки и угощения. Все у нас как обычно, все у нас здорово и замечательно. Единственное, что плохая сегодня была погода, но нам обещали потепление. Поэтому мы ждем, надеемся на хороший ноябрь теплый. А пока погода плохая, я накупила себе вазон много-много новых разных спиц. И, конечно же, хочу их все попробовать. Вот уже начала вязать новую шапку для Даришки. Потом сделаю, как только будет у меня мое мнение об этих спицах. Посмотрите, как их много. Обязательно расскажу. Вот такие у меня есть пластиковые с выпуклыми кончиками от фирмы Prime. Разные-разные, одним словом, купила себе спицы разных фирм, и деревянные вот такие вот разнообразные, и карбоновые вот такие. То есть вот теперь мне интересно все это, конечно же, попробовать. Потом сделаю обзор, что мне понравилось, что не понравилось. Вот, поэтому, когда у нас плохая погода, мы не скучаем, мы занимаемся рукоделием. А малышня, вот, пожалуйста, не замерзает, потому что им всегда весело. А если им становится холодно, они все вместе забираются в одно лукошко, прижимаются друг к дружке, им становится тепло. С ними, как всегда, наши бабка Дуська и Тасянчик с нами. Так, вот, видите, что делает у нас Елисей, про что я вам и говорила. Они забираются в эти ящики и достают оттуда игрушки, какие им нравятся. А это не игрушки, это он туда утащил вкусняшку. Это он, наоборот, туда пошел прятать вкусняшку. Вот-вот-вот. Вот-вот-вот. Дети, они в Африке, скажи, дети, да. Все как положено. Еще ящик погрызть решил. Посмотрите, что там делает Елисей в ящике с игрушками. Ой. Так, ну следующая, конечно же, Дайнерис. Ну как же без Дайнерис? Без Дайнериса-то вообще никак. Самое смешное, что этот стеллаж на колесиках, он достаточно легкий, он может еще и кататься. Одним словом, у нас все как обычно. Вечер проходит тихо и мирно. Я сейчас буду довязывать для Даришки шапочку. Потом обязательно покажу, что получилось. Очень интересный фасон, двойной, с мягкой плюшевой подкладом. Да, Асечка зовет играть Емельяна. Говорит, что это там у тебя Емельян? Что это там у тебя Емельян? Чего, Асечка, у него там? Емельян говорит, давай, давай, говорит, это, вставай, говорит, что ты валяешься? Давай бегать играть. Дуси не дождалась моего внимания, уснула на подушке. Емельян забрался к Аське. Что, Дусик, тебя разбудили, да? Вот на подушке на маминой так и спят собачушки. О, Дайнерис ругается, как всегда. Ах, ах, ах. Дразнят старушку. Малыши. Дайнерис. Ну, додразнили. Тася за вкусняшкой крадется. Дразнишься, Дайнерис. У тебя вкусняшек целая куча. О, Елисей кусает меня за ногу. Это что такое, дети? Больно же. Чего ты вредная какая, а? Таракаша. Ой-ой-ой, Елисей, да больно же.
Смотрите, что делает Елисей. Доминирует над моей ногой. Ну, ребята. Ну, вот такой у нас теплый и спокойный вечер. Будем продолжать я вязать, детишки играть. Увидимся обязательно завтра в новых видео. Оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. А Дусичочек уже спит. Желаем вам всем спокойной ночи, добрых снов. Кому-то приятного аппетита. Кто-то тут кушает. Увидимся 6 ноября в ежедневных влогах о жизни наших питомцев. Всем пока-пока, до новых встреч!